На электронную почту пришла повестка в суд. Это фейк. В интернете новая схема мошенников. В Следственном комитете уточняют. Так повестки не выдают, а только в руки и под расписку. Если получили такое письмо, сразу удаляйте. Отвечать и переходить по ссылкам в письме ни в коем случае нельзя. Так мошенники собирают личные данные.